Среди них есть победители школьных олимпиад, международных, спортивных и вокальных соревнований, а также отличники учебы. Все 12 ребят стали новыми лицами всероссийского проекта «Герои с нашего двора». 39 пилонов мы уже повесили на улице Гончарова. Это позапрошлый год был. В этом году планируем повесить 160 баннеров и уже отобрать еще больше молодежи. Но я же сказал, я уже не раз говорил, мы отличились, наш Ульяновск отличился не только в спорте, но и в творчестве, и в образовании. 11-летняя Злата не связана со спортом, зато преуспевает в музыке. На счету ее на пианистке победы и призы в международных конкурсах. С детства я начинала играть на синтезаторе, и мне это очень понравилось, а родители нашли во мне потенциал и отдали меня на фортепиано. Музыка для меня, значит, это вторая жизнь, потому что я почти всегда занимаюсь музыкой, свою душу вкладываю в музыку, в пение и во все, что с этим связано. Зато ровесник Златы Данила Журавлев со спортом на «ты». Он профессионально занимается хоккеем 7 лет. Пошел по стопам своего отца. К своим 11 годам мальчик стал лучшим игроком одного из сезонов. Команда, где играет Данила, также выиграла первенство Республики Татарстан. Хоккей – это командная игра. Мне нравится. Нравится то, что там играют только мужчины, никто не боится играть. Участие в проекте – это не только билборды на городских улицах с лицами героев, но еще интересные встречи с именитыми людьми. На этот раз спортивные, красивые, умные школьники пообщались с легендой отечественного хоккея, депутатом Государственной Думы Владиславом Третьяком. За чашкой чая знаменитый спортсмен вспомнил, как сам, будучи мальчишкой, старался преуспеть в своем деле, отличиться. По мнению политика, герой – это всегда лидер. И герой нашего времени, в наше время, и сегодня герои, они похожи друг на друга, потому что они лидеры в команде. Вот. Им до всего дела есть. И я очень рад сегодня такой встрече, потому что они разные все и по возрасту, и по направлению. Но у них одна цель – быть лучшим. Каждый получил автограф Владислава Третьяка, благодарственное письмо депутата Госдумы и сертификат участника проекта. Сейчас организаторы движения прорабатывают на законодательном уровне вопрос, чтобы герои с нашего двора имели дополнительные 3 балла при поступлении в вузы. Рената Львулова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.